Осталось у них около 7 джунгаров, они были, у них был очень меткий стрелок, который выжил. И прям он сердце вонзил стрелой нашего батыра. Но у Джасмина батыра был племянник Бугенбай батыр. Они, получается, погнали за ними и их споймали очень далеко, только вроде семьи, представьте, да? Только там не споймали их, конечно же, да, к счастью, или не знаю, ну, в общем, убили их, короче. Как, я не знаю, как сказать даже. С правой стороны смотрим, третье озеро, красивое озеро. По-своему красивое. Называется Турайгыр. Это озеро было названо не в честь поэта Султана Махмуда Турайгырова, а в честь дяди Турайгырова, султана поэта, да? Это был тоже его Турайгыр звали. Глубина составляет 9 метров, но водятся большие рыбы здесь, как карпи, сазан, до 15 килограмм. В этой озере нету хищных рыб, допустим, как щука. В этой озере водятся только травоядные добрые рыбы. По 15 килограмм. Большие. Конечно же, их ловят на сети, к сожалению.